Американский боксер Дэниел Джейкобс, владеющий поясом регулярного чемпиона WBA в среднем весе, пообещал удивить публику в бою с чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. «Люди думают, что я просто нокаутер. Но в основе моего фундамента лежит любительский бокс, где я научился правильно бить и не пропускать удары. Бой с Головкиным очень важен для меня, поскольку многие люди еще не видели всех моих качеств, и на кону стоит многое. Думаю, я удивлю публику, которая думает, что это будет просто очередной нокаут или быстрый бой. Но внутри меня есть что-то большее, истинная выдержка, которую я смогу продемонстрировать. Для меня это захватывающий момент. Это действительно удача, что у меня появилась такая возможность», заявил Джейкобс в интервью FightHype.com. Ранее американец отметил, что он не намерен повторять ошибок других боксеров, которые ранее выходили на ринг против Головкина. Также Джейкобс рассказал о своем преимуществе перед Трипл Джи, а также назвал ключевой момент, который позволит ему добиться победы.